Побеждает тот, кто верит в себя. Форвард клуба «Краснодар» Магомедшапи Сулейманов пообщался с юными воспитанниками махачкалинской спортшколы «Олимп». Известный дагестанский футболист рассказал о своем профессиональном пути, дал наставления и открыл некоторые секреты. О чем говорили, узнаем в материале Курбана Рагимова. Этого гостя юные футболисты ждали с особым трепетом. Магомедшапи Сулейманов застенчиво пожимает руку каждому участнику тренировки. Форвард Краснодара и молодежной сборной России отвечал на вопросы о спортивном пути и трудностях становления. У нас, кстати, таких полей не было, ничего у нас не было, только щебенка какая-то. Так что у вас, пацаны, есть все условия, чтобы расти и быть великими футболистами и прославлять нашу родину, Дагестан, потому что у нас здесь футбол любят. Я надеюсь, здесь большинство из вас будет играть в премьер-лиге, иншаллах. Скромный в жизни, на поле нападающий просто неудержим. Уже пятый сезон 21-летний Сулейманов радует болельщиков своей яркой игрой в премьер-лиге. Он изящно исполняет стандарты, голы красавцы не раз признавались лучшими. Шапи часто сравнивают с Лео Месси. И этот вечер не стал исключением. Я видел, как ваши ролики, как вы забивали левой ногой, как Месси. Я буду лучше, и вы меня тоже научите. Ты будешь лучше, чем Месси, иншаллах. И лучше меня пусть будешь, иншаллах. Повторить успех Шапи мечтает каждый из этих детей. Абдурашиду Сефиханову 9 лет. Центральный полузащитник – один из лидеров своей команды. На будущее у юного футболиста большие планы. Намерен попасть в английскую премьер-лигу. Поэтому совет от именитого гостя берет на вооружение. Я пытаюсь взять от него финты, как он делает переступы через мяч, как он обводит соперников. Не собираюсь останавливаться сейчас на достигнутом и пытаюсь тренироваться каждый день, упорно тренироваться и вот так достичь успеха. Верить в себя и идти до конца. Приезд Магомедшапи Сулейманова призван поднять футболистам эмоциональный настрой. Сейчас команда «Олимп» готовится к очередным соревнованиям. В сентябре пройдет региональный этап турнира «Кожаный мяч». Жалко одно, то, что у нас таких профессиональных футболистов очень мало в республике. И вот это, знаешь, это редкий случай, что нам удалось его вытянуть на тренировку. Это будет им стимул для дальнейшего развития. Видишь, они кто-то вопрос задал, как он попал в Краснодар. У них у всех, в принципе, задача такая, кто-то в Краснодар хочет, кто-то в Спартак. В топ-клубы все дети хотят. Это их трамплин. Если они туда попадут, дальше развиваться легче будет. Главное – вера вся и упорство. Больше я ничего не вижу. Честно, если человек тренируется и верит в себя, я думаю, он может очень многого добиться. И неважно, где там, где ты тренируешься. Даже, я же говорю, у нас даже полей не было. Так что для них есть все условия, чтобы они росли. Редко было, чтобы там кто-то приходил вообще. Но мы все равно смотрели, как играл Анжи там, и на всех футболистов из Дагестана в то время, кто играл. И, конечно, хотелось оказаться на их месте. Обмен подарками. Осталось сделать памятное фото и подставить футболку для автографа. В следующий раз юные игроки будут ждать Шапи уже на поле, чтобы провести с ним совместную тренировку. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.